наличие мордостойких зимостойких сортов. Зимостойкость понятие широкое, вы же знаете, он может быть мордостойкий, а зимой просыпаться и цветы будут гибнуть и так далее. Мороздойкость – это, конечно, прежде всего для Сибири, для Севера Европы, для Дальнего Востока, для Севера Урала. Смотрите, я только один пример привел. Без адаптации бесполезно. Если я жердель с Украины привез, а она там никогда не знала морозы ниже 10, редко-редко 20, Херсонская область, 200 километров, это место 200 километров от Черного моря, естественно, не замерзающего. Так вот, получается, что совершенно негодно. Привил нам маджурца. И даже первое же дерево дало рекордный урожай 23. Вот оно, второе место. Опередило всех этих, дальневосточников всех. Почему? На патриарха привито. И вот получается, что с этого момента можно заниматься ими, то есть использовать как косточки. И уже использовали, и уже вырастили. И плоды в два раза крупнее, и еще окрашеннее. Получается, если вы мне верите, то начинать вы начинаете с местных сортов. А какой же он не местный? А? Местный. То есть фактически он теперь переходит в разряд местных. Сеянцевое выращивание. Это первый момент. Перечисляю все варианты, потому что вас придется этим заниматься. Сеянцевое выращивание. Это наш путь любителей. Прививки на морозойке по двое на эти же сеянцы. Так? И вот лучшие сады в России оказались в Сибири и на Урале. Теперь, это первый тип дерева из сеянца, корни собственно. Второе, выращивание на корневых отводках. Корневые отводки – часть дерева, просто часть, которая насильно отрублена и начинает самостоятельное развитие. Тоже хороши. Я бы сказал, о, нет, конечно, у них же нет центрального корня. Но если это местное, если это сибиряки, уральцы – даже без центрального корня, они прекрасно чувствуют себя, так, и они сохраняют материнское качество дерева, это значит, вы уже со сливами, с алычой, так, с терном, вы с этим самым, с яблонями, которые дают корневые отводки, вот, например, эти самые ранетки, так, все-таки они не такие уж дикие, вот, значит, и вишни. Видите, сколько вы уже можете вырастить сад. А теперь смотрите, в чем чудеса. Почему? Ниже нельзя, то, что ниже. Сейчас объясню. Сеянцевые проблемы, возни много, могут зайти 100%, может 0%. А что такое корневый отводок? Да вы их всегда найдете в этих самых садах, заброшенных садах, где угодно. Чем они хороши? Часть из них, повторяя родители, а родители там заброшенный сад, кто сказал, что там дикари растут? Одичавший, это еще не дикарь. Мороздойкость практически передается от тех родителей, которые десятки лет там жили. Правильно? Вот. И самое интересное, чем хорош вот этот пункт второй сказать, если вы нашли вишню у себя, я же не говорю, вы выращиваете, вы покупаете у меня. Не, ни в коем случае. Даже мысли не было говорить это. Выращивая на корневых отводках, что вы вишни вырастили, а этого добра там, где они были раньше, они могли погибнуть. Почему? Дикое вот это вот выстригание, дикое заливание водой. Значит, забросили, потому что не плодоносят, а потому что некому опылить, ну и так далее. А подвои всегда вылезут. И убить невозможно. Нашли подвои, и вы что делаете? На этих местных вишнях, полудиких, может, полукультурных. Вы прививаете культурные вишни, вот такие, как у меня, да? Так. Или прививаете черешню. А кто сказал, что на Южном Урале черешни растут? Только, может, не в таком количестве, как надо. Вы так вспомните, как это их брянские ученые учили уничтожать. Штаб метровый, все, отрезать. Прорядить, где-то получается, половину веток отрезать на конце, короче, угробить. И вот получается вишня, раз. Слива, а на сливу привьете персик, а на сливу привьете абрикос, что вам еще надо? А? А на яблони привьете культурные яблони с Канады, с Польши, с этого, с Китая, вот с такими плодами. Что вам еще надо? Все. То есть те, кто проявит сноровку, вот, могут даже обойтись без пункта первого.
А дальше начинается самое страшное. Выращивание на укорененных палках. Сколько мы плевались вместе с вами? То есть я плевался, а вы за мной, надеюсь, так же. Типа, тьфу-тьфу-тьфу. А, не дай бог, подсунут. Ну, в этих, они есть в этих. Любой поселок откройте, вот они и будут. Укорененные палки, на них прививка почкой, вот такая рана, и этот самый. И все это умещается в какую-то такую шивенькую картонную коробочку. Вот. И, наконец, последнее, микроклонирование в пробирках. Два последних тупик. А это вообще величайший лохотрон. Когда-нибудь, я не знаю, просто нужно нам другие люди прийти. У нас почему ученые занимаются этим? Потому что надо заниматься. А чиновники, которые курируют это, и деньги отстегивают, ну, бюджетные деньги, они же ничего не понимают в этом. Вот. Что из этого вот, из выращенного не из семени, это святое выращенное семени, а из почки, оно никогда полноценным не будет. И единственное, что я скажу, итак, микроклонирование лохотрон, жаль, что об этом наука не знает, а если знает, то молчит, а скорее всего никому, уже некому и говорить. А предыдущее, укорененные палки, оно хорошо, да, но лучше бы корневой отводок, вот. Но на самый крайний случай, если уже у вас и корневых отводков нет, и в вашем районе никто не знает, и не понимает, и не умеет, что вы делаете, ребята? Вы все-таки покупаете, я корни показывал, отличить можете. Вот она палка, тут немножко обросла усиками, а торец-то, вот так, торец, чик, не то, что центральный корень отрезали, а его и не было. Просто торец палки увидели, ура, берем, потому что до воды метр два. Вот тут хоть что-то вырастить, вот тут еще можно допустить. Вот.